Они знают, как прожить долгую и счастливую семейную жизнь. Хотя в браке Алина Сарибекян и Шака Арутюнян лишь 17 лет. Но даже такой, казалось бы, не очень большой опыт совместной жизни позволил им сделать определенные выводы о том, как сохранить крепкий союз, их формула семейного счастья, уважения и взаимопонимания. Я очень поздно женился. Искал, долго искал. И вот все-таки нашел и украл. Что я говорю, она сразу понимает, она сразу делает. Домохозяйка хорошая, с детьми хороших отношений очень. Поэтому у нас все хорошо получается, совместная жизнь. Правда, возможность посидеть в большом семейном кругу для них редкость. На совместный досуг не хватает времени, а уж тем более, как шутят супруги, не хватает его на ссоры. К примеру, женской половине не дает скучать огород, а он у семьи большой. Тут и помидоры, и огурцы, и много плодовых деревьев, за которыми Алина ухаживает с большой любовью, которую прививает и своим детям. И, между прочим, у самой младшей дочки эти чувства уже начинают раскрываться. Я люблю заниматься в огороде. И детям тоже иногда прошу, чтобы они смотрели, учились. Вот я тоже, когда маленькая была, с мамой помогла в огороде. И так как бы любим заниматься. Вот девушка любопытная, когда я работаю, она всегда приходит со мной, смотрит, как бы старается помогать, что-то там делать со мной. Пока женщины хлопочут по хозяйству, у мужской половины заботы другие. То гвоздь прибить, то полку прикрутить, то машину починить. И во всем Шаке помогает его сын. Как признается мужчина, в том, что его семья будет такой большой и дружной, он никогда не сомневался. Я первый же день про детей думал. И Бог дал мне троих детей. Да, и я счастлив. Особенно, когда вот в таком возрасте младшая бегает вообще. Это прекрасно. Я родился вообще в хорошем семье. Меня воспитали в хорошем семье. Поэтому я не дам им, чтобы они что-то кому-то что-то попросили. Все будет у них. Стараюсь. Алина и Шака считают себя счастливыми родителями, но вот только для полного счастья им не хватает собственного гнездышка. Сейчас семья живет вместе с родителями. Уверенность, что у них будет свое жилье, появилась, когда супруги получили от мэрии Черкесска документы на земельный участок, а вместе с ними и мечту, как будет изнутри и снаружи выглядеть их новый дом. Для каждого женщины это мечта, чтобы было там уютно. Кухня большая, и чтобы дети, каждый имел свои комнаты, чтобы для них тоже было уют. И чтобы как бы дворик тоже хороший был там, большой, с большим огородиком. Супруги Арутюнян не теряют надежды, что все их планы реализуются. Но это для них не самое главное. Куда важнее, как говорят они, погода в доме, а остальное приложится. Дарья Назарова, Роман Нагаев, Архыз 24.